Девочки, всем здравствуйте! Хочу вам сегодня рассказать о такой прекрасной ягоде. Сейчас ее очень много, сезон клубники. Я ее очень люблю, думаю, вы тоже. Она очень полезная как вовнутрь, так ее и применяют в косметических домашних целях. В масках, приготовленных на основе клубники, присутствует много витаминов и микроэлементов, важных для здорового состояния кожи. Клубника, она содержит очень много витамин, таких как А, В, 9, С, Н, калий, кальций. Такой богатый витаминный состав обеспечивает коже идеальный вид. Маска из клубники отлично подойдет для стареющей кожи. Вот, при сухой коже она отлично увлажняет. Для жирной кожи клубника сужает поры и убирает жирный блеск. Также для нормальной и комбинированной кожи маска окажет питающее действие. Вкусная ягода может принести пользу не только в пище. Ее используют для масок, для волос, для тела, скрабы делают. То есть как бы одну из таких масок мы сейчас будем с вами готовить. Эта масочка очень хорошо подходит от морщин и отлично отбеливает кожу. Нам для этого понадобится 5-8 ягодок хорошо вымытой клубнички. Дальше я беру пол чайной ложечки кокосового масла. У меня кокосовое, можно оливковое использовать, но я люблю кокосовое, добавляю его и в волосы, для маски для волос и для лица, и также сметана. Итак, девочки, я добавила сюда неполную ложку сметаны 20% и пол чайной ложечки кокосового масла, и сейчас все это блендером хорошенечко размешаю. Вот моя масочка готова, я ее блендером измельчила. И, девочки, еще можно сделать такую же маску, если у вас, допустим, пигментация или веснушки. Вам нужно осветлить кожу, то отлично подойдет маска, тоже 5-8 ягодок клубнички. Буквально там 10 грамм морской соли и столовая, ой, чайная ложечка сливок. И тоже блендером все это измельчить. И та масочка отлично отбеливает. Вот, ну а эту нашу масочку пойду наносить. Итак, девочки, перед нанесением масочки нужно хорошо очистить кожу лица. Я сейчас это буду делать с помощью пенки. Сначала умоюсь, дальше тоником протру лицо и буду наносить свою масочку. Ну вот, я умылась и потихонечку буду наносить маску. Девочки, еще есть такой секретик, если кто не знает, летом я тоже очень часто делаю. Если хотите, я покажу, как. Я делаю кубики из клубники, замораживаю и этими кубиками протираю лицо. Это, во-первых, отлично увлажняет кожу, вот, и во-вторых, когда летом очень жарко, так приятно, если холодным кубиком протереть лицо, еще и с пользой. Клубники сейчас будет много, она недорогая. Вот таким вот слоем я наношу. Я стою над раковиной, если что, у меня падает туда. Так. Аккуратненько вокруг глаз. Я как бы под глазами особо не наношу. Эту масочку оставляю на 15-20 минут. Вот. После чего смываете просто прохладной водой. Вообще лицо нельзя умывать холодной или горячей водой. Нужно такой комнатной температуры. Сейчас я толстым слоем все это наложу. Вот видите, какая. И однажды я пробовала делать вот эту маску с солью. Но я вам скажу, что мне немножко почему-то пекло. Возможно, от соли.
Или же где-то были прыщики, и туда попадала соль, и немного, да, мне пекло. Ну все, девочки, я вот так вот сейчас нанесу. Просто я хочу еще намазать и губы. И на 15 минут лечь, помолчать и закрыть рот. Вот. Потом умоюсь, покажу. Ну вот, девочки, прошло 20 минут. Сейчас я буду смывать эту масочку с лица. Но прежде чем ее смывать, я ее бумажным полотенечком или влажными салфеточками вот это все хочу поубирать, чтобы, ну, как бы не засорять канализацию. Я всегда делаю так. И еще я хотела сказать, вот так вот я снимаю просто салфеточкой. И еще хотела сказать, что у меня маска осталась, поэтому я нанесла ее еще и на шею. Что, в принципе, за шеей тоже нужен уход, и нужен был уже, наверное, начать его с 25 лет, но никогда не поздно, я думаю. Все, и вот этой салфеточкой все поубираем. Ну, девочки, я уже умылась. Умываться очень легко, если вы предварительно всю эту масочку уберете бумажным полотенечком. Но что я вам скажу по поводу ощущений? Я вам скажу так, что эта маска даже достойна того, чтобы ее нанести и полежать, подышать ароматами в клубничке. Это так приятно. Вот, по состоянию, значит, мы добавляли туда немножко кокосового масла, и кожа сейчас не требует дополнительного ухода, то есть как бы кремами и всеми прочим ничего мазать не нужно. Она достаточно увлажненная, как вы видите, нет ни покраснений, ничего, но если ее держать дольше, я как-то держала ее минут, наверное, 40, и у меня вот так вот по краям были такие красные, ну, полосы, как вот аллергические, знаете, поэтому я маску с клубники стараюсь держать 15-20 минут. Ну все, девочки, всем спасибо, кто меня смотрит, кто подписался на мой канал. Кто не подписан, подписывайтесь. Желаю вам красивой, здоровой кожи, хорошего настроения, а главное здоровья. Берегите себя.